Сегодня будет задание немножко в другом положении тела. Вам нужно будет лечь. То есть вы ложитесь горизонтально. Начинаете дышать по тому же принципу, что вы делаете, ну, предыдущие практики делали. И когда вы делаете упражнение на вдохе поток вверх, на выдохе вниз, делайте чуть-чуть это медленнее, вот так. То есть в позиции лежа. И выгоняете уже поток, вот у вас труба, если мы когда сидели, у нас труба по центру была, то поток вы в этот раз гоняете по всему телу, от кончиков пальцев до макушки, то есть от пальцев ног идет поток вверх, макушка вниз, в ноги туда ниже до кончиков пальцев ног. Делайте это 48 раз, 48 дыханий. Раскачивайте уже полностью всю энергетику вашего тела, потому что у вас активны уже три мощных тайника энергии, три дантяня. Когда вы сделаете 48 дыхание, да, то вы делаете задержку на вдохе, как обычно. Набрали все полностью и руками спускаете энергию в ноги. Прям в ноги, ниже, то есть у нас вот есть нижний дантянь, но энергетика должна уйти прям в ноги туда. Хороший критерий выполнения этой практики – это вибрации в ногах, тепло в ногах и то, как вы чувствуете, как некая теплая вода разливается по ногам. Это ваша физиология, то есть это важнейший энергетический наш резервуар – это ноги. У многих людей энергия в ногах заблокирована. И это то, что вас связывает с этой землей, это ваше заземление. А если вы не почувствовали ни вибрации, ни жара, ничего, то делайте эту практику второй раз. В любом случае, на второй раз она должна вас включить. Если энергетика не включается, то вам нужно будет тогда обратиться ко мне лично, и уже я с вами, чтобы поработал. Включение энергетики – это всегда тепло, вибрации и приятные ощущения, может быть, покалывание где-то в каких-то частях тела. Все, в общем, ложитесь и начинайте делать, и потом отписывайтесь обязательно в комментариях, потому что я буду все смотреть и все проверять. Успехов! И сегодня у нас будет очень интересная практика, и это включение области сердца. Это наш эмоциональный энергетический центр, и он очень важен, потому что у многих людей психика неподвижна, эмоции зажаты и закрыты. И для того, чтобы нашу эмоциональную часть раскрыть, сделать более подвижной, освободить очень много блоков эмоциональных переживаний, да, которые были в жизни, то эта практика будет очень хорошо, но она даст хороший эффект и освободит эту область. Смотрите, вот мы имеем три основных канала, просто сейчас я вспомнил, расскажу вам про это. Первый канал – это центральный, вот мы его качаем постоянно, то есть мы через него делаем раскачку энергии через центр. Вот. В предыдущей практике было включение ног, это наше заземление и материализация того, что мы задумали. Это ноги, вот это вилка ноги идут, да? И третий основной канал энергетики – это вот эта вот зона, руки. То есть вот отсюда, от центра, идет до ладошек энергия. И сегодня задание будет таким. Вы ложитесь, делаете практику лежа, и вы дышите уже, гоняете энергетику от кончиков пальцев ног до макушки, как в предыдущем, но уже 108 раз. То есть... Про себя считаете 108 раз. И когда сделали 108 дыхание, вы делаете вдох, раскидываете руки по сторонам и внимание держите в области сердца. Именно вот в этой части. Не где солнечное сплетение, а именно в сердце, в самом центре.
То есть вы сделали задержку и зажали сюда, сфокусировали внимание. Но руки нужно будет раскинуть. Хорошие критерии выполнения практики. Здесь образовалось тепло. И это тепло разливается дальше по рукам. И у вас ладони в руках начинают гореть энергетика. Это говорит о том, что вы очистили свой эмоциональный центр. Может подступить обида, слезы какие-то. Могут пойти образы. Ну, каких-то ситуаций, в которых были там какие-то эмоции. Вот. Если, опять же, не пробило, если ничего не чувствуете, сделайте это два раза, повторите. А потом помедитируйте, послушайте свои ощущения. Вот таким образом мы будем раскачивать и освобождать энергетику в разных частях и очищать разные каналы. Все, друзья, делайте, выполняйте и увидимся уже завтра. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 6-й день нашего энергетического онлайн-марафона. И сегодня очень интересная тема. Очень многие люди меня спрашивают, как можно будет излишки энергии, у меня много энергии, да, или как можно будет помочь другим людям, либо миру. Так вот, сегодня тема энергетическая благотворительность. Мало кто знает, но это можно. Вы можете, если у вас есть излишки вашей энергии, если вы на моих практиках накачали себя достаточно и вас прет буквально, то вы можете отсылать эту энергию близким людям, которым ее не хватает, на расстоянии. И вы можете эту энергетику расширять на весь мир. Делается эта практика очень просто. Так же, как и на базе предыдущих наших занятий. Вы ложитесь, дышите 108 раз, гоняете поток, то есть раскачивайте энергетику 108 раз. Раскачивайте ее максимально, так, чтобы тело зазвенело. Делайте вдох после 108 раза. И в области сердца фокусируйте внимание. И держите максимум, сколько можете. Смотрите, вот тут внимание, как тут два варианта, как эту энергию передавать и распространять. Первый вариант. Вы расходитесь из зоны сердца вначале на комнату, да, где вы эти занимаетесь, потом на дом, на ощущениях отсюда. Вы как бы расходитесь, как будто вы увеличиваетесь. Комната, дом, город, в котором вы находитесь, потом страна и потом весь мир. Задача, чтобы из вашей точки, из области сердца, вы разошлись на всю планету. Это мысленно делать. Возможно, будут это закрытыми глазами делать, и возможно, будет цвета зеленых цветов, ну, зеленый цвет, либо зеленые вспышки. Дальше, как эту энергию отсылать и направлять на людей, которые нуждаются в вашей помощи, да, или в энергетической поддержке. Здесь вы то же самое, раскачиваете свою энергетику по максимуму. То есть после 108 раза вы внимание фокусируете в области сердца, и из области сердца уже направляете поток энергии, либо луч, уже человеку, на которого вы настроились. Просто настройтесь на человека, которому хотите отправить излишки энергии. И, соответственно, во время задержки направляйте и наполняйте его энергией. Это просто можно делать мысленно. Потому что в любом случае мы даже о ком-то, когда думаем, это чувствуют другие люди. Я, например, чувствую, когда обо мне думают. Поэтому, друзья, практикуйте и потом отпишитесь, как у вас прошла практика, и, естественно, почувствуйте, как это работает. Все, друзья, благодарю вас за внимание, и практикуйте, дышите, накачивайтесь энергетикой, и будьте счастливы. Пока.